Я вот все думаю, кто, блин, воду выпивает все время? Каждый раз надо наливать. А там, знаете, там живут. Там вот жители. И их, между прочим, там семейство. Там троица, да, писки? Вот я напугалась первый раз, когда я подняла. Воды нету. Их вообще... Вы что, маленькую прогнали? Были вот две больших и одна маленькая. Сейчас только две больших осталось. Сейчас мы им водички подольем. Сейчас, писки, я тебя раку кормим. Водички нальем жабкам. В общем, вот вам. Куда вы убежали? Сами залазьте как-нибудь. Вот этот, вы уже там живете неделю. Вот, пришлось поменять Байкал, потому что был уже завонялся, чтобы жабкам и птичкам было все пить. Дозика у нас таки не было. Месяца два уже. Поэтому всем животным тяжко, особенно лягушкам. Поэтому они и живут у котиков под поилками. Идет, идет, Барсюшка идет. Да, Барсюла. Иди вон водичку. Ты что же пьешь оттуда? Скажи, а что она отстоявшаяся, хорошая водичка.